Все, будет чуть полегче. Мокрушев стреляет в касание. Вновь отскок за Металлурга. Бросок еще один. И все-таки гол. 1-0. Металлург реализует большинство. Осталось хоккеиста, с которым он вместе выступал за Лиду, но все же, когда он приезжает в город, все же воспоминания очень хорошие, пока об этом говорил Артем Землянкин. Гость начинает новую атаку для своей команды. Кудрявцев неплохо нашел Аксенова под чужой синей линией. И Вячеслав Аксенов делает счет 2-1. Матчи хороший, как он умеет. А пока Трунев шайбой. Трунев бросает и шайба в воротах. 1-1. Юности на хитрик пока сегодня идут Тимирев и Гайнединов. Гайнединов шайбой. Гайнединов бросок штангой. Все-таки шайба в ворота. Хитрик Егора Гайнединова. И вот такое классное празднование. Тут Мокрушев первый на подборе. Мастрюков. Шайбы продолжает владеть Металлурги. Хет-трик. Еще один. Вот. Сушко шайб в зоне Минской области сохраняет. Сушко. Бросоком брошейчика. Ой-ой-ой. 1-2.